пятницу в Самарской области ожидается жаркая погода. Небо будет ясным, осадки не прогнозируются. Днем 26-31 с плюсом, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани ясное небо, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, плюс 27 градусов. В дневное время, ночью 17 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 28 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 27%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.